И еще пару слов о гибридной войне и что творят на курдской стороне в том числе. Депутат парламента Курдистана Серван Бабан, есть там такая сволочь, заявил в интервью популярному курдскому каналу РУДАУ, что ЕС принял решение открыть польскую границу и пропустить мигрантов. И несмотря на то, что на официальном сайте парламента уже появилось опровержение вот этому сообщению, вы понимаете, что это может только эскалировать конфликт. И никак, людям дают надежду, и люди начинают продолжать совершать ошибки. Знаете, граждане, в этой ситуации мне жаль только детей, если у взрослых нет мозгов.